Всем привет, с вами Марс. Я по-прежнему продолжаю проходить Stalker за Припяти с дополнением Misery 2.01. И опять у меня этот неприятный баг с началом записи. Опять вылетел довольно-таки солидный и очень-очень интересный кусок. Я пришел на аномалию Железный лес, встретил там херову тучу зомбированных, и между ними буквально толкался контролер. Я достал винтовочку и тихим ходом с-под забора расстрелял их всех. Это было довольно забавно, потому что у всех, ну, у кого было, у того и поднял оружие, оно было почти в идеальном состоянии. У самого контролера там было 2 или 3 артефакта. Я такой думаю, блин, да, вот это баги, вот это хорошо, вот это круто. И вот и началась серия. Вот и я. Мы продолжаем. Игра вылетела во время сохранения, но, блин, слышите, такие баги, это то, что нужно. Блин, какого хера? Нормально. Это я бы только что потерял свой ствол. Шикарно просто. Так. Это было, блядь, великолепно. Мой первый контролер. Шикарно. Так пушки почти новые, блин. Я уже перегружен, конечно, основательно, но насрать. У меня же есть еще 2 Геркулеса, там таблетки кофеина. Так что все будет хорошо. Да. Я вот, например, не знал такой фишки, что когда контролер находится рядом с зомбированными, они бессмертны. Может, он каким-то образом их защищает, но... Я не знаю, я этого не замечал просто. Может быть, не замечал. Так, что же. Сохраняемся и осматриваем. Так, надо перезарядиться, а то вдруг опять какой-то пиздец прилетит. Осматриваем вертушку. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе. Вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Так, ну вот и все. Блин, а что такое мутное зрение? А, я знаю, из-за чего это. Наверное, персонаж уже спать хочет. Так, ну это довольно-таки херово, потому что я далеко от дома. Ну ладно. Воу. Так. Пьем Геркулес. Надеюсь, попустит немножко. Ой, блядь. Головой уже мотает так, как надо. Ну все. Если я сейчас не доберусь, это будет очень и очень прискорбно. Придется перепроходить аж с самого плато. О, это будет очень долго. Так, давайте посмотрим, может там сталкера есть. Кто это? Черт, это листья. Так, ладно, давайте тогда я уже на Скадовске включусь. А то это будет долгая песня. Вот мы, собственно, на Скадовске. Ё-мо, это была очень сложная, очень долгая дорога. Я действительно рад, что я сюда добрался с таким хабаром. Это было великолепно. Еще эти, блядь, зомбированные, контролер. По-моему, серия получилась просто прекрасная. Сейчас пойду все продам Бороде, потому что ну там... Что? Почти все в идеальном состоянии. Держи, ё-моё. Да вы только посмотрите на это. Это даже везением сложно назвать. Это просто, я не знаю, это удача. Просто невероятная удача. Так, продаем все, что тут можно продать. Продаем 4 нашивки, одну я себе оставлю. Так.
Продаем артефакты. Ё-моё, да я уже богач. Так, продаем, что это такое? Портативное радио сломано. Печалька. Сломанный счетчик Гейгера. Ножи не буду продавать. Пистолетики, патроны к ним. Гранатки. Так, это подойдет. Да, это подходит, так что эту гранатку оставим, пожалуй. Мой персонаж уже очень хочет спать, поэтому надо этим всем побыстрее завязывать. Дать ему немножко отдохнуть. Потому что я не знаю, чем может персонаж умереть, если он не поспит. Но с этим надо что-то решать. Даже таблетки кофеина уже не помогают. Так, комплект для приготовления еды, пожалуй, тоже продам. И вот этот вот суперклей. Ё-моё. Да я просто миллионер. Так, что же теперь? Что ты можешь предложить? Чёрт, как я рад. Не поверите. Так, рацион. Ой-ой-ой, что-то дорогой сильно рацион. Ладно, не будем. Не будем. Возьмем патрончиков хороших. Да, вот этих вот. Это ж на четверку, да. Прекрасно. И-и-и-и-и. Надо бы взять еще патронов вот таких вот. Жалко, мало очень. Нет, эти дешевки я брать у тебя не буду. И все, что ли? Жалко, жалко, очень даже жалко. Так, водяры возьмем. Геркулес один возьмем. И все, пожалуй. У тебя ничего такого нету. Так, сохраняемся. А, пожалуй, иди, все, иди, распродам. Иди, и тогда вернусь к вам. Или с вами уже. Давайте-ка с вами, потому что я все это делаю между сериями. А тут вот такая получилась. Такое счастье, да? Привалило. Вот это вот оставим. Это на пси-защиту тоже хорошие таблетки очень. Хорошо, что у меня они были. Заживление рано ставим. Водяра есть. Та-та-та-та-та. Стимулятор. Все, что ли? Да нет ничего. Да давайте два батончика у него купим. Продадим вот эти вот колеса. Так, все шикарно. Да, прощай, прощай. Так, ну теперь починюсь уже под конец. Как говорится. Да-да. Ты часом не видел военных на Скадовске? Ага, на Б2. Прекрасно. А, блин, ну я артефакты уже продал, это бесполезно. Так. В принципе, у меня бабла хватает на костюмчик. Это так, чисто, чтобы по аномалиям полазить. Так, давайте продадим вот это, вот это, вот это, вот это. Их бы поразряжать по-хорошему, но не важно. Так, вот эти вот пистолеты и патроны к ним. Я пистолетами не пользуюсь. Так. Вроде бы, ну еще клей можно продать. Может взять ему спальный мешок или нет? Ну ладно, не буду пока брать ничего. Так, а мне нужны патроны. Хорошие патроны. Борода. Борода, ну ты ублюдок. У тебя нету нормальных патронов. Это печалит. Реально печалит. Так, что же еще? Что же еще? Давайте-ка еще на ДМР возьмем пачечку. И все, пожалуй. Больше мне ничего от него не нужно. Кто-то мне там... Или это я читал в интернете, или еще чего-то. Короче...
Инструменты теперь существуют нескольких видов, и появляются они как у торговцев, так и где-то на местах, но абсолютно рандомно. Не знаю, как насчет достоверности этой информации, но боюсь, что это может оказаться правдой. Так. У меня такая же самая. Так, 2580. 2300. Хорошо. Оставим. Третий такой, к сожалению, в продаже пока не вижу. Ну и ладно. Так, ну хорошо. Все, я думаю. Тогда давайте еще патронов бомжарских купим у Сыча. Да и все, так буду на этом заканчивать серию. Она получилась довольно-таки шикарно, боевой. Мне все очень-очень понравилось. Надеюсь, вам тоже. Вот. Если все будет так и дальше, то, пожалуй, наверное, я пройду все-таки Сталкер. Естественно, с вашей помощью, с вашей поддержкой. Так, 60, ну это мало. Блин, у меня по весу еще. Сейчас поймешь, что. Ладно. Фиг уж там. Ладно. С вами был Марс. Всем спасибо за просмотр. Надо пойти уже поспать наконец-то, а то еще умрет, не дай бог. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых видео. Все, музыкальная пауза.